Всем привет! Сегодня Дерека ждут новые игрушки. Да, малыш? Вот такой мишка у него появился. Мы хотим такой просто дракончик посмотреть. Я даже не знаю, кто это. Это дракон какой-то. Да. Дракон или динозавр, я даже не знаю, кто это. Кого ты выберешь, а? Кто тебе? А, ну сядь. Сядь. А ну, сиди. Сядь. Давайте мы попробуем поставить. Кто? Давай сюда посадим. А ну, кого ты выберешь? Выбирай. Выбирай. Что вы хотите? Да. Выбирай. Что? Вот это голубой тебя привлекает? Или это? Жарко, я тебе скажу. Жарко. Даже игрушки это, конечно, хорошо. А что-то у Дерека интерес к игрушкам сегодня. Очень жарко. Да нет, я думаю, что... На улице 36 градусов. Уже. Скажи, ой, какая игрушка. Ой, какая игрушка. Ну вообще. Ай, красивая игрушка. Ай, красивая. Как ты его еще не разорвал? Он тебе нравится, Мишка? Нет, не разорвал, зато обмусорил. Нет, не то. Может, сегодня снова с этим хочешь. А, тебе синий тут не нравится, дракончик, да? Все понятно, дракончика нафиг. Усолим этого, пятнистого. И... Тебе не нравится этот? Не может разорваться. Вот так и проходит с игрушками дни. Дера, ты уже дядька.